Приветствую всех, уважаемые! Сегодня я хочу поделиться с вами одним из способов заработка серебра путем фарма фракционных очков. Также довольно просто заполнять прогресс-бар ежемесячной войны фракции, получение репутационных званий и сундуков. Такой способ подойдет всем новичкам, а также игрокам, кому просто необходимо фракционное звание и сундуки. Речь пойдет о событии «Атака бандитов». События активируются случайным образом на Королевском континенте. За 15 минут до начала сигнализируют оповещение в верхнем углу открытой карты. Во время события все подконтрольные форт-посты в Красных Землях, независимо от принадлежности, переходят под власть фракции города Корлеон. Наша задача заключается в следующем. Выбираем фракцию, за какую будем воевать. Я ради эксперимента выбрал Люмхерст. Активируем боевой режим фракции. Отправляемся на местный аукцион и закупаем самый дешевый сет тяжелой брони и оружием берем дикий посох. Шлем солдата, броню хранителя и сапоги рыцаря. Все дешево, сердито. Выходим в желтую локацию, смежную с красной, подземным переходом. Чаще всего именно там собирается группа игроков на это событие. По прибытию просто просимся взять нас в группу. Группа может быть абсолютно рандомной, это не важно. Если сразу не берут, не расстраиваемся. Даже после начала события повторно просимся уже во время захвата форпоста. Далее отправляемся с огромной группой фракционных игроков к ближайшему форпосту. Двигаемся быстро и строго в пачке, так как мы слабые. Начинается событие. Просто захватываем форпост за форпостом. В бою максимально часто используем исцеляющие способности и стараемся не умереть от случайно забегающих суицидников другой фракции. Продолжаем движение с блобом фракции, сметая все на своем пути. К концу события направляемся в ближайший город, заранее сняв с себя фракцию. По истечению таймера событие закончится, и нам выдадут общую награду за все наши деяния. При активном участии награда будет довольно весомой. Лично мне удалось за первое участие поднять целых 45 тысяч очков фракции. На них можно приобрести сердец на сумму около 500 тысяч и продать на местном аукционе. Выполнить ежедневное задание на репутацию и без малого закрыть прогресс у двух еженедельных сундуков. По сути, за активность с таким минимальным вложением всего за час времени можно ощутимо прокачать фракцию и заработать около 500 000. И главное, что это доступно всем, кто уже немного поиграл в Альбион и открыл возможность вступления во фракцию. Уважаемые, спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.